домашние животные. Кто как говорит? Это собака. Собака лает. Это кошка. Кошка мяукает. Это свинья. Свинья хрюкает. Это кролик. Он молчит. Но если его обидеть, он пищит. Это корова. Она мычит. Это лошадь. Лошадь ржет. Это осел. Осел кричит. Это овца. Овца блеет. Это коза. Она блеет. Давай поиграем. Превратись в кошку. Как кошка мяукает? Какая кошка! Здорово! А покажи, как кошка умывает свое личико лапками. Превратись в собаку. Как она лает? Какая веселая собака у тебя получилась. А теперь покажи, как собака умеет вилять хвостиком. Как весело играть с собакой вместе. Молодец! Превратись в свинью. Как она хрюкает. Как весело у тебя получается. А покажи, как свинья переворачивается с животика на спинку. Со спинки на животик. Покатились вместе. Кто быстрее, ты или свинья? Молодец, ты был очень быстрым. Превратись в корову. Как она мычит? Здорово! А покажи, как корова кушает траву? Аппетитно! Превратись в овцу. Как она блеет? Вижу, что у этой овечки очень хорошее настроение. Здорово! А теперь покажи,
как бегает овечка по полянке в поисках вкусных цветов. Опускайся на пол на ручки и ножки и побежали. Кто быстрее, ты или овечка? Превратись в лошадь. Как она ржет. Ух ты, как весело! Покажи, как лошадка бегает. Предлагаю всем не мешкать. Упражнение «Пробежка». Побежали, кто быстрее, ты или лошадка? Цок-цок, цокает копыта, цок-цок. Малыш, ты молодец, у тебя все получилось. Давай тебе похлопаем.